В Белгороде защитными сооружениями укреплены 425 остановок. За порядком внутри укрытий следят сотрудники Белгорблагоустройства. Я тоже решила проверить. Здесь чисто. На ежедневной основе у нас проходит санитарная уборка. Их осматриваем, чтобы внутри было чисто, все убрано в надлежащем состоянии. Там, где укрытия сделаны из мешков, мы их поправляем. Стараемся это все делать оперативно. Также просим жителей не мусорить в них, поддерживать должное санитарное состояние. Остановки в городе укрепляют мешками с песком, бетонными блоками, либо устанавливают защитные модули. За сооружениями ведется постоянный контроль. Смотрим на целостность конструкции, она должна быть без повреждений, окрашена. Специальная рабочая группа, которая следит за качеством укрытий, уже проверила все остановочные комплексы. Замечания в основном – это завалы мешков, недостаточная высота. Укрепление блоков ФБС – это недостаточная перевязка конструкции, плохое армирование или где-то неправильная установка, крен и так далее. После первичной проверки приняли порядка 70% всех укрытий. К остальным 30 возникли вопросы. Например, здесь треснул один из блоков, из-за чего покосилась вся стена. Такие выявленные недостатки подрядные организации должны будут устранить в течение 10 дней. Дарья Гавронская, Денис Бобков, Белгород Медиа.